Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Христос воскресе! Пошли по саду погуляем. Покажу вам, какая у нас красота. Эта груша цветет, представляете? Вот это вот кустик красивый. Это спирея. У меня их разных кустики есть, разного цвета. Это вот такие вот необычные листочки. Пионы здесь уже поднимаются. Так. А здесь нарциссы. Да? Так. А еще, конечно, вот эта вот груша очень обалденная. Представляете, как цветет? Она у нас так никогда не цвела. Правда, у нас позавчера был ужасный холод. Я в 5 часов встала, посмотрела, а у нас прям вся трава беленькая. Все было в инее. Вот эта груша еще только просыпается. Представляете? Это значит, более поздняя будет груша. Вот. Это тоже еще только начинает. Вот. Вышла я. Надеюсь, удастся мне хотя бы что-то вам показать. Потому что ветер какой-то прям поднимается. И холодно становится. Вот это вот ирга. Очень полезные растения. Ягодки, ну, чем-то напоминают черноплодную рябину. Ну, чем? Они так не вяжут. Вот, абрикос сидит. Абрикосу, видимо, холодно. Хотя, вот такой же косточковый, да? Это слива. Уже начинает зацветать. Вот она, видите? Вот. Смородина. Смородина вообще хорошо себя ведет. Молодец. Радует меня. Так, что у нас еще здесь? Ох, вот это вот слива. Вот эта слива тоже так никогда не цвела красиво. Ой, красота. Вся в цветочках. Молодец. Мне кажется, там было, наверное, по одной-две ягодки, а такого количества цветов не было. Вот. Эта слива тоже так не цвела. Но зацвела. Молодец. Что еще? Здесь вот тоже какой-то цветочек уже так вот прям цветет. Я, правда, не знаю, как он называется. Но тоже молодец, красавчик. Пионы, видите, какие красивые уже, красненькие. Даже просто без цветочков красивые, необычные. Ну, магнолию, как всегда, я пропустила, потому что вот этот вот мороз, он ее, конечно, повредил. Но и будут еще цветочки. Я успела понюхать, но видео я вам с красотой, с этой необыкновенной. Представляете, вот цветок какой? С мою ладонь. У меня ладонь не маленькая. У меня по женским меркам она совсем не маленькая. Ой! Прохладненько, однако. Вот яблони уже тут собирается. Девчули зацветать. Так прохладно, что я даже кур не хочу выпускать. У нас сегодня всю ночь дождь был. И, по-моему, сейчас продолжение будет дождя. Так, вот это тоже красавица, груша. Цветет. Какая красота. И вот там вдали тоже груша. Ой. Слезы текут.
Аллергия. Ой, так. Вот, вот здесь вот тоже у нас вот этот кусок буду немножко пересаживать. Пока еще можно, пока еще по времени позволительно. Что-то мне вот здесь не нравится. Прям бардак-бардак какой-то получается. Вот, тоже ирга. Смотрите, как прекрасно цветет, да? Красота. Она крупная такая прям. Она разных сортов тоже бывает. Так, а здесь смородина. Вот какая из них белая, какая красная, я не знаю. Но тоже, ну прям такие чахленькие были. В тенечке сидели. Вот на солнышко посадила. Вот что значит... Всем нужно солнышко. Да, этот парничок пока не осваивали, ничего не сажали. Так, что еще? Что еще у нас нового? У нас щавель какой, знаете, какой? Прям вообще. Я уже тут щавелевые щи варила свои. Вон прям какой, видите? Прям крупный-крупный. Вот. А что у нас здесь? Глянем. Прям обязательно глянем. Опа! Вот огурчики купили. Уже рассадой. И представляете, всем все тепло. Это прекрасно. А здесь вот я укроп посадила. Ну, конечно, еще рановато. Вот лук у меня какой уже. Представляете, какой огромненький. Уже можно резать на салатик. Вот. Но некогда мне прям совсем сюда зайти. Я кусочками пропалываю там, где сажаю. Пока мне некогда сюда заходить. Ну ладно, нужно закрывать. Поставила лейку, а в лейке, представляете, вода нагревается. И прям тепленькая-тепленькая. И поливаю все теплой водичкой. Вот. Что у нас еще? Что ж так холодно-то? Вот здесь немножко разобрались, потому что у меня здесь неуместные были растения. Грядки перенесли. А подходить к ним не очень удобно. Поэтому вот эти растения мы убрали. Вот. Калина, смотрите, какая прекрасная. В этом году прям на совесть так все пробрызгали. Нет у меня ни листовертки, ничего я не вижу. Потому что обычно вот это все наверху крутит. И прям так печально все. Нету. В этом году прям вот... Прямо отлично, все на совесть. Даже еще прошлогодний урожай висит, видите? Вот. Вот немножко я с вами погуляла. Показала вам красоту нашу. У нас очень красиво. Прям ходишь. Такой, знаете, релакс. Сплошной. Хотя солнышко, может быть, и курочек выпустить. Пусть гуляют девчонки. Они молодцы, целый день ходят, трудятся. Червячков собирают, жучков всяких. Иногда чего-нибудь мне даже... Ой. Даже... Ой, травку где-то пощипывают. Она у меня не так быстро растет. Опа. Кодовый замок мой. Девчонки, выходите. Да. Тифулька. О, молодец. Красавчик. Прыгает, молодец. Курочек топчет. Песни ходит, поет. Да, разговорчивый такой он у меня. Да, он побежал. Опа. Все побежали на зарядку. Да. Ага, по-моему. Чиф, ну холодно. Да. Я вот думала, выпускать, не выпускать. Ну ладно, днем потеплее будет. Ну да. Выпустила, так холодно. Не мать, а ехидна. Да. Да ты мой красавчик. Да. Чифулька. Вот. Вот. Мальчик у нас приезжал, делал квадроциклы нам. У нас квадроциклы, которые
которую мы сделали, отремонтировали, но давно не заводили просто, поэтому никак мы не могли их реанимировать. Он нам их реанимировал. Наверное, будем выставлять на продажу. Особенно один огромный снегоболотоход. Он у нас с ковшом, с таким, не с ковшом, а с этим, с отвалом для снега и с большой тачкой. Вот, наверное, его с ним будем прощаться, потому что, в принципе, раньше мы были, когда помоложе, мы в мотоциклах ездили, а сейчас что-то будет, уже настроения нету. Ну, в общем, техника стоит, а техника должна эксплуатироваться. Вот. Ой, какая у нас красота, правда? Прям как в санатории. Бабушка уж ясно сказала. Да. Санаторий для пенсионеров. Представляете, красотища какая! Груша вообще! Если все завяжется, это прям вообще будет космос. Да, прямо она порадовала. С нее самый вкусный компот. Буду варить, а что делать? В этом году и вишневый, смотрю, вишенки есть. Ну что, дорогие мои, еще раз поздравляю вас со светлым праздником Христова Воскресения, Христос Воскресе. Вот. Я, конечно, уже замерзла. Вот это я. Видите, в шортах гайкаю. Всех целую, обнимаю. А пока-пока.